помощью телевидения запах не передать. Вот сейчас при 13 градусах вы чувствуете, какой здесь стоит запах. Вонь какая. Глотнуть свежего воздуха на выезде из поселка Кировская в сторону села Синицыно получается с трудом. Местные жители не могут забыть о дурно пахнущей проблеме уже более 20 лет. Идита Джерединов переехал сюда в 90-е годы. Рассказывает, что перекрыть канализацию невозможно. Поселок утонет. И все вот это вот на территории газа, бывшей газонаполнительной станции, когда-то, года 3-4 назад, этого ничего не было. По словам местных жителей, очистные сооружения есть, но они устарели морально и находятся в нерабочем состоянии. Нечистотам одной бывшей станции уже мало. Они начали стекать в реку Субаш, что в 200 метрах отсюда. Нечистоты потапливают общественные гаражи, которые находятся в 50 метрах от станции. Вот на этом месте раньше был гараж, а вот здесь я прям вижу лужа. И чтобы сюда не провалиться, люди огородили ее автомобильными покрышками. Канализационные стоки опасны не только для окружающей природы, но и для людей, обеспокоены владельцы гаражей. Пожалуйста, вам пример яркий, что находится у нас в ямах, которые предназначены для осмотра легковых автомобилей своих. Они все заполнены водой, и работать в таких ситуациях невозможно. Чтобы полностью решить проблему, необходимо строительство новых очистных сооружений, сообщили в администрации райцентра. Представители местной власти уже инициировали инвестпроект на республиканском уровне. Временно, чтобы решить проблему, уже у нас заключен договор на проведение ремонтных работ по отводу этих сточных вод. До 20 мая, как бы временно, мы эту проблему решим. Временно. Если вы не можете найти выход из сложной ситуации, если вы уже обращались за помощью в различные инстанции, но вам так никто и не помог, пишите и звоните нам. Номер телефона и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Мы также ждем ваших сообщений в социальных сетях. Сабина Дениева, Виталий Голубев, телеканал «Милет», Кировский район.